Этот легкоатлетический забег, организованный Белшиной, стал первым по счету. Сотрудники промгиганта от руководителей до сборщиков сменили рабочую форму на спортивную, чтобы в преддверии профессионального праздника испытать силы на дистанции 2,5 километра. Я хочу поздравить от всего сердца работников открытого акционерного общества «Белшина» с профессиональным праздником, с Днем химика. Желаю, конечно же, здоровья, личного счастья, успехов и всего самого наилучшего. В забеге приняли участие представители всех заводов. Почти 200 человек в командах, по 4 мужчины и 1 женщина. Каждому предстояло пробежать дистанцию вокруг завода управления. От центральной проходной до пожарной части. Несмотря на усталость и одышку, шинники отмечают за любое движение, а не только за. Впервые бегу на таком забеге. Но интересно. И интересно то, что много участников появилось. Они вначале, вот сейчас я думаю, попробуют, еще в дальнейшем начнут бегать. Хорошо, что вот такие мероприятия проводятся, тем более к нашему празднику. Это сплачивает коллектив. Я сам работаю в подготовке. Это цех, откуда выходит сырье. Вот, источник для наших колес. Вот. Ну, желаю коллективу нашему не только плодотворной работы, удачи. Прекрасно пробежал. Хорошие эмоции, люблю бегать. Спортива. 2 километра – это большая дистанция. Не каждый может ее пробежать, кто не занимается. В этот жаркий день гонка соответствовала погоде. Организаторы признались, не исключено, что эстафета может стать традиционной. К слову, для сотрудников промгиганта спорт занимает особое место в графе свободного времени. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.